Я считаю, что нельзя хаженски относиться к великому русскому языку, прежде всего. И что касается мата, то, мне кажется, это великое такое дополнение, великий бонус к русскому языку. Просто другое дело, что надо этим уметь пользоваться, так же, как и вообще уметь пользоваться языком. Это очень важно. Но а что касается запретить это там в искусстве, в театре, ну, скажем так, есть такие произведения искусства, где бы я вообще бы это запретил делать. То есть порой это бывает чересчур. Ну, то есть, как бы, мат должен быть, если говорить об искусстве, да, мат, он должен служить инструментом, он не должен быть самоцелью, как, в общем-то, и все, что касается языка того или иного искусства. Ну, а запрещать это совсем, ну, это глупость. Мне кажется, русский язык только потеряет от этого.